Как говорили герои популярного сериала последних лет, зима близко. Так южную и западную часть Ульяновской области за последние сутки уже припорошило снегом. На дорогах образовалась гололедица. Для ликвидации снежных заносов и предупреждения в основном зимней скользкости на дорогах области эксплуатировалось в ночь 63 единицы КДМ и высыпано 200 тонн противогололедного материала. Всего к предстоящей зиме подготовили 300 единиц спецтехники. В первую очередь машины будут расчищать центральные областные автодороги и школьные маршруты. После убирать снег на дорогах с меньшей интенсивностью движения транспорта. На качество подготовки дорог и бесперебойного движения общественного транспорта в зимний период обратил внимание губернатор на минувшем штабе по развитию региона. Всем руководителям муниципалитетов, уважаемые руководители правительства, просил бы и вас еще раз внимательно посмотреть на состояние транспорта, который обслуживает все подведомственные нам организации, и который обслуживает управленческое звено, и который работает в бюджетных учреждениях. Все должно быть приведено к зимнему содержанию. Вся информация о состоянии региональных дорог стекается в Центр мониторинга дорожной ситуации департамента. Здесь же следят за движением пассажирских автомобилей и ситуацией на остановках. Сегодня в систему заведено свыше 3000 транспортных средств, в том числе 2200 автобусов, трамваев и троллейбусов, 312 школьных автобусов и 178 автомобилей скорой помощи. В центре мониторинга обрабатывают и обращения граждан. Телефон горячей линии 8-422-79-50-14. Звонки принимают круглосуточно. Рената Алиулова, новости Улправды ТВ.